Хорошая плотва идет. Тихо, 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 тихо. Добрый день. Сегодня я снова на рыбалке на озере Шарташ. Сегодня у нас 6 апреля 2020 года. Я нахожусь на озере Шарташ со стороны улицы отдыха, где вот я был в прошлый раз. Ну и пробую здесь ловить. Вот. Погодные условия на сегодняшний день: пасмурная погода, облачность, температура воздуха плюс 4-5 градусов, давление и там все остальные параметры погодных условий я напишу в описании, я не посмотрел в интернете, а так сказать тяжело. Ветер сейчас был такой какой-то жуткий, и вдруг он совершенно неожиданно прекратился вообще, сейчас нет ветра вообще. Вот я здесь нахожусь где-то с 14 часов, планирую быть до 18. И вот за минут 20, сколько я здесь нахожусь, поймал всего лишь рыбку одну пока. Вот эту вот плотву, вот. Вот, только что ее поймал. Включил камеру, чтобы вам ее показать. Ну, и решил сегодня рыбу всю собирать в кан и отпустить в конце рыбалки, чтобы вам потом ее показать. Ну, наверное, вот пока все. Результаты увидите в конце. Хорошая плотва идет. Тихо, 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 тихо. Тихо. Вот она. Красавица. Еще одна. Плотва сегодня как на подбор. Очень высоко клюнула. Очень высоко клюнула. И так уже не первый раз. Да вы что, блин. Смотрите, они все ровные, как эти. Ровные селедки одинакового размера. Окунек клюнул, вот он. Тоже клюнул на опускание. Но только плотва почему-то клюет на опускание без игры, а окунь клюнул на опускание с игрой. Я и так пробую. Но... Вот я здесь 2 часа сижу. Поймал, не знаю, 3 килограмма. Причем есть, смотри, есть вот такие вот окуни. Это раз. Такие 200 грамм. Есть плотва вот такая вот. Ну и вообще мелких еще нету. Ни с того ни с сего вдруг поднялся очень сильный ветер, пошел снег, и клевать вообще перестало. Интересно. Ну как-то вот так. Вот смотрите, поймал окуня. У него на боку прямо такая рана огромная, блин. Явно его какой-то зверь клыками покусал, скорее всего судак крупный. Не знаю, никаких тут вроде мышей не водится, норок. Кроме судака, наверное, и некому. Ну и хотел я вам показать, какие сейчас заходы на Шарташе, как тут дело со льдом. Вот смотрите, я стою на камне, рядом с камнями уже весь лед растаял, уже водичка. А за камнем-то сразу уже, наверное, по пояс. То есть заходить тоже плохо. Но вот с пляжей заходить еще нормально, вполне, скажем так, комфортно. Ну, я думаю, что еще 3 дня, если постоит такая теплая погода, то и там уже будет не зайти. Ну, если только по палкам каким-нибудь, но это, я думаю, уже будет совершенно лишним. Вот и завершилась моя рыбалка. Рыбу я сегодня складывал в кан, для того, чтобы потом ее отпустить. Сейчас вам ее покажу. Посчитаем по головам, сколько плотвы, сколько окуней. Ну так, ради просто интереса. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О какая. 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 штук плотвы. И теперь окуня. Вот смотрите, как окунь сегодня поймал. Грамм 200 окуняра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь окуней. И сколько там было плотвы? Вот еще, блин, вот еще одна. Сегодня рыба хорошего размера. Смотрите, вот такая вот плотва, грамм, наверное, ну, больше 100. И таких она не одна, таких примерно половина. Ну и окунь, вот одного такого я достал. Один такой же у меня сошел в прошлый раз. Сейчас в кан поставлю в воду. В общем, рыбалка сегодня была на ура. И вот представляете, сейчас 18 часов, все это я поймал за 4 часа. То есть шартаж сегодня реально раздает. Вот. Ну, в целом, что сказать о сегодняшнем шарташе? Клевало, как обычно. Вот, короче, в лунке одна рыба попадается, да? Потом 3-4 лунки проходишь пустых, потом еще одна рыба попадается. Если рыба в лунке есть, она сразу попадается. 2 или 3 лунки было, где попалось по 2 штуки подряд, да? И вот 2 последних лунки у меня было. Там, ну, может быть, просто рыба к вечеру проклюнулась. Начали попадаться один за другим. Но мне уже пора уходить, поэтому вот как-то так. Ну, на этом с вами попрощаюсь. Всем пока.